Всем привет, друзья! У нас субботняя, последняя каникулярная суббота. Вот, в среду уже Миша в школу пойдет, 16 августа начинается учеба. Мы проснулись с Мишаней, уже кучу дел переделали. Я поставила капусту замачиваться, чимчить буду делать, стирку закинула. Потом замариновала куриные голени. Миша потом стирку перекинул в сушилку. У нас сейчас сушилка сушится. Потом мы с Мишаней позавтракали, и Мишаня не успел дозавтракать, как в телефоне увидел приятную новость. В телефоне он отследил, что пришла доставка долгожданная. Мечта Мишанина. Давайте покажем, что там такое. Вау, рассказывай, Миш, что это за коробочка? Это коробочка с кубиком Рубика Monster Go. Monster Go, ага. Это всем все понятно. Кубик Рубик. Магнитный кубик Рубик. Который я умею собирать. Который Миша умеет собирать. Так, как он открывается? Что это? Давай. О, даже инструкцию положили, да? Это как собирать его. Ничего себе. Вот. Это инструкция. И вот сам кубик Рубик. У Миши уже есть кубик Рубик, но он вот в таком состоянии. Встал. Так мечтал вот именно об этом магнитном кубике Рубики. Я не знаю, чем они там кардинально отличаются. Смотри, тот вот мне прямо тяжело нужно было. Прямо нужно было, чтобы все ровно стояли, чтобы повернуть. А вот этот, сейчас покажу. Показывай. Смотри. Ничего себе, и ты теперь будешь нам вот такие вот демонстрировать. А, уже собрал, да? Ага. Прикольно. Просто пиф-паф делаешь. 6 раз. И он собирается. А если я разберу тебе сейчас без пиф-паф, ты соберешь? Попытаюсь. Прикольно. Разбирай. В общем, вот такой легко крутящийся магнитный. И что, они на магните держатся, да? Смотри, вот здесь вот. Ну, они очень слабый магнит у него. А должны быть? Они так и должны быть, но у Гана просто вот так вот немножко сделал, все, он перевернулся уже. А, он сам летит дальше, да? Да, типа, вот так вот сделал, и сразу его магниты тянут. А этот нужно вот так вот. Но все равно он намного легче крутится, чем твой старый. Угу. А старый мы в $3 за $35 покупали. Нет, старый мы получили бесплатно на ярмарке. А в $3 мы который купили? Это тот, со стрелочками был. А, ну в общем, вот такая вот развлекушечка теперь у Мишанчика. Ну, короче, вот так вот цепляется у него эти вот. Легко прямо очень. Угу. Ну что, друзья, Михаил целый день сегодня занимается кубиком Рубиком. И попросил меня снять, как он делает комбинации. Давай. Мне еще лучше собрать? Нет, покажи свою основную комбинацию, как ты делаешь. Не, подожди, заново. Давай. Выключи, выключи. Я не буду это стирать. Выключи. Давай, Мишаня. Все? Угу. Так быстро? Угу. Круто. Круто. Молодец. Браво. Табличка. На красный направо нельзя. И вот. Поехал направо, на красный. Второй сейчас поедет. Второй, наверное, прочитал. Я как видео этот регистратор зафиксировала. Вот. Надо... В Америке можно на красный поворачивать направо. Остановиться обязательно, убедиться, что не создаешь никому помех. И можно ехать. Вот. Если нет вот таких вот табличек, что на красный поворачивать нельзя. В данном случае на этом перекрестке такая табличка есть. Соответственно, надо ждать зеленого сигнала светофора. Номер снимай. Это самое. А мы
почти всей семьей. Олег у нас уже учится с 10 августа, а Мишаня 16 пойдет. Сегодня у нас 14. Сегодня у нас 14. И мы с Алексеем поехали сдавать экзамен по английскому языку. Мишаню взяли с собой, потому что хотим ему к учебному году прикупить кепку. Дома уже позавтракать не успевали, поэтому приехали в наш любимый In-N-Out. Алексей еще здесь не был. Вот. Сейчас покушаем, потом поедем на экзамен, потом поедем дальше по делам. В общем, вот такое заведение. Здесь можно подойти и взять в чашечке налить кетчуп, взять перчик можно вот в эти сумочки, и здесь внизу еще салфетки. Салфеточки. Ассортимент у них небольшой. Буквально три бургера, картошка, три шейка разных, какао, кофе, молоко. Здравствуйте. И вам здравствуйте. Вот меню. Не знаю, получится. Цены приятные. Короче, на всю семью завтрак. Мы взяли самые большие дабл-дабл бургеры, они самые дорогие. Два шейка и кофе на 28 баксов. Вот, чек. 28,98, да. Если Олега еще сюда добавить, то плюс сколько? 7 баксов? 35 будет. 36. А это самое? Ну, если одну картошку и один бургер еще добавить, то будет 36 баксов. Всей семье покушать 36 баксов. Вполне себе приятно. Тен! А вот и наши бургеры. С двойной котлетой, с двойным сыром, помидорки, листья салата. Вдруг мама захочет побить. Этот... Как half and half закончились? Я взяла себе, беру себе 5 half and half'ов и целую канистру кофе тут наливаю. Тут кофе стоит $1.35, но я вообще не ожидала, что они наливают целую канистру. Такая порция кофе. И кофе довольно вкусный, кстати. Ребята взяли себе шейки, а шейки эти нифига не пьются, они как мороженое, да, Миш? Угу. Нравится? Я не могу его. Ну что, вкусно? Ну-ка на меня посмотрите. Молодцы. Ладно, нам приятного аппетита. Кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Жду своих ребятушек. Мы приехали в школу Highlands. It's never too late. Это их девиз. Здесь вот такая вот парковка. Довольно большая. Всегда можно найти место. Вот Сика офис. И вон в том корпусе в беленьком мы сдавали сейчас тест. Я сдала у меня в итоге 6-й левел. Reading у меня 232 балла, listening 235 баллов. Алексей сдал reading на 4-й левел, 201, что ли, балл он сказал, и listening на 5-й левел, 200 тоже сколько-то. Сейчас поедем еще по Алексею делам, а потом домой. Такие у нас планы. Вот такой вот красивый торговый центр, где-то в районе даунтауна. Нет, мы не доехали. Арден Аркейд. Арден Аркейд. Хреновый район. Вот, но мы сюда попали, потому что сдавали тест по английскому. И теперь приехали. Продерни вперед, легче выезжать.
И теперь ж приехали. А вот тенечек маленький. Теперь приехали, что с собой сказать. Чтобы Мише к школе выбрать кепку. Папа ему хочет крутейшую кепку. В Falling Price за 2 бакса их не устраивает. Хотя я вам сейчас покажу свою кепку. Вот смотрите, вполне себе классная кепочка. Я купила в Falling Price, по-моему, за 25 центов. Но там можно и за доллар поискать, и за 2 доллара. Ну, то есть в разные дни поприходить туда. И кепки там постоянно, практически постоянно есть в наличии. Я лично свою то ли за бакс купила, то ли за 25 центов. Точно не помню. И вот они говорят, что стрёмные там кепки продают. Так ты себе купила же, а не Миша. Ну, вы бы заказали, я бы и Миш купила. Ну, это я, правда, в прошлом году покупала. Ну, короче, какой, в какой-то магазин привел с крутыми кепками. Сейчас вам тоже покажем. Ценами ужаснетесь. И сами мы тоже ужаснемся. Пойдем. Здесь можно наблюдать различные бренды. Магазинчики. Вот такой вот торговый центр в Америке. В не самом лучшем районе. Всякие конфетки, ну, все как во всех торговых центрах. Lexus Boutique, Boutique, как читается по-английски? Boutique? Где? Вон там. Рюкзачки можно прикупить. Мишка-кошка, да? Пойдем. Майкл Корс. Как хотите. Майкл Корс. В общем, здесь россияне могут наблюдать бренды, которые теперь можно заказывать только из Америки, да? Которые ушли с российского рынка. Что-то там прикалывались, вы не помните, как Майкл Корс переименовали в России? Магазин Москов. Мишка-кошка, что ли, не помню я. Только носки, больше ничего. Только носки. Только носки. Фламинго. Реструм. Апле. Вот она, апле. Апопле. А скоро же 15-й выйдет. Зачем мне Pro Max? Цены есть? Белый. Нету? Вот. Любуйтесь iPhone Pro Max. Он снимается. Victoria's Secrets. Есть ли у нас любители этого бренда? Verizon. Это... телекоммуникационная компания The Body Shop. Open, come in. Do you want? А? No? Gosh. Вот такая красота здесь. Pink Garage. Fresh Fit. Fitted, фиг его знает, гараж. Pink Victoria's Secret. А чем они отличаются? А, к этому, к Барби? Букле. О, кедики какие симпотные. А, конверсы это. Смотрите, какие классные. Что? Конверсы. Сале, 59 баксов. Не такие же крутые. 49. А мне вот эти нравятся с цветочками. Я крутые хочу. А ты вот эти, а здесь, это что за магазин? Здесь не только конверсы, New Balance. Мартенсы есть.
О, мартенцы мои любимые. Что сказал? Типа, зачем мы сейчас, типа, что мы хотим купить? А, just looking, смотри. Фила. 70 баксов. 70 баксов? Как я уже говорила нашим зрителям, New Balance сотка. Фила? Соле. А, смотри, ценник хороший, пап, да? Может, выберите мне? $39 вот эти. Купите мне. А что это за фирма? Это девчачьи разные. Рибок? Да. Прикольные, не, да? Ну, может, синие. Можно? Смотри, были 119 они. Это как будто это женский отдел. А стали 39. А, смотрите, $19. Вообще крутяк. Короче, Мартенс, иду, бегу. Мартенс. Вах. 139 соле, а были 179. Прикольные? Ну, высокие я не хочу. Зачем высокие здесь? Не актуалочка. Не-не-не, вот смотри, прикольные. Эти 139 без соле. $119 со скидкой. О, смотрите, с сердечками какие классненькие. Ну вот, классика тоже есть. Пожалуйста. И стоимость $139. Доктор Мартенс. Мой любимый бренд обуви. А вот в этот специализированный магазин кепок Алексей привел Мишаню. А Олег себе Сан-Франциско взял? Да. Вот мы сейчас узнаем, сколько Олежкина кепка стоит. $32. Померим. По-моему, моя за бакс намного круче. Не, вообще плохая. Олег тоже стоит вертикально. Он так выбирал специально. Да. А вот эти по скидке, что ли, 30 баксов, да? Вероятно. А что так дорого-то? Я так делаю. Нет, Олега, это видишь, это без этого, без резинки сзади. Она какая-то испачканная. Какая-то испачканная, да. Покажи. Видишь, это сзади. А вот такая же у Олега, да, выцвела, которая? Кстати, мам, да. А сколько, да, стоит? Да, подожди, посмотрим. Только не LA, а у него другая команда. $31. У Олега LA. Мне кажется. По-моему, LA был, да. Не LA была, у него другая. Какие у него было? Какие команды и какая? Вот Nike есть по 29.99. Короче, здесь цены. Sacramento Kings. Какой еще Sacramento Kings? Вот такую бери, такую. Во. $20 всего. Вообще не смешно. Они в этом, в Home Depot. О, с медведем бери, ты же медведь, вот. А я выгляжу. Он у тебя большая. Сколько я цену посмотрит, мать, 40... Да то чё, положи $45. Чё ты ржешь? Вот такие пальмы. Абсолютно настоящие. Вот в земле они растут, вот так. И вот так. В итоге Михаил вот такой теперь у нас красавец. Счастливый красавец. Этикетки, может, снимешь? Или пусть все знают, сколько она стоит. $25 с таксами, 27 с чем-то, $28, короче. Пойдемте? Пойдем. Да не сбойся. Тут Миша себе обувь подыскал. Непромокаемую. Для этот, калифорнийской зимы. Полный рост его сними, чтобы было видно, что это микро. Они не подходят. Размер нормальный? Да. Берешь? Да. $20. Да, я сейчас это говорю, это друзья. Вот еще Aldo. Мак. Какие еще бренды есть известные?
какой-то курв. Магазин курв. Она куры продает. Или для курв. Для курв, да, там дамы нарисованы какие-то. Они такие бодипозитивные. А, нам сюда, да? Да. Такой эскалатор узкий, я такой первый раз вижу. На одну жопу буквально. Такая вот красота. Luxury Perfumes. Perfumes. Все, мы уже. Вот, Michael Kors. И отключаюсь уже. Идем в сторону. Едем в сторону дома. Скоро у нас уже приедет Олег. Придет домой. У него теперь школа в пешей доступности. Буквально 26 минут ходьбы. Вот. Но там такие пробки, что чем сидеть 20 минут, лучше идти 26 минут. Я его сегодня уговорила, должен прийти домой сам.